Точно так же, как существует карта звездного неба, точно так же существует и карта нашей души. Сегодня мы беседуем об этой карте, о коллективном бессознательном, об архетипах в этой карте миллионы лет существования и эволюции человека, и я приглашаю вас пуститься в это увлекательное путешествие. Наша внутренняя суть бесконечна, и это означает, что внутри может быть все. Но как нам, благодаря этому знанию, правильно совершать свое единственное неповторимое путешествие в эту жизнь? Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях президент Российской ассоциации трансперсональной психологии Владимир Майков, человек энциклопедически образованный, прошедший достаточно драматичный путь самопознания, человек, понимающий, что такое внутреннее пространство. И, собственно, его жизнь и работа заключается в исследовании этого пространства. Мы сегодня говорим об архетипах, о вот этой карте человеческой души, которую начали писать наши далекие предки еще во времена, когда человек только формировался как разумный. И это, может быть, первые признаки такого человека возникли, когда человек понял, что он смертен, когда человек стал взаимодействовать осознанно с природой, и это все шаманизм. Потом было осевое время, в которое возникли все мировые религии основные. Это все очень тесно связано, то есть и выражено, может быть, очень ярко в мифах, в религиозных представлениях, в вере в Бога, в снах и в сказках. И вот, Владимир, мне бы хотелось сегодня поговорить вот подробнее о том, как карта человеческой души проявляется. Что это? Это Марианские впадины на этой карте или это Гималаи? Вот мифы, сказки, легенды и сны. Вы очень хорошо охарактеризовали различия между шаманизмом и мировыми религиями. То, что сделал шаманизм, тоже чрезвычайно важно, потому что вселенная шамана – это мир духов. Во внешнем мире нету духов. Духи существуют только во внутреннем мире. Следовательно, мир, в которых путешествует шаман, в которых он оперирует, в которых он встречается с духами деревьев, с духами озер, с духами животных – это внутренняя территория. И только путешествие туда мы можем найти и понять суть этого внешнего мира. Володя, и получается, только что... Только тогда, когда ты открыл собственный дух, ты можешь войти и общаться с духом. Да, получается, что уже древние шаманы понимали, что вот есть те самые архетипы, да, и их выражением, может быть, и существовали вот представления о духах, о обожествлении деревьев там, и других как бы, вот, природных явлений. Безусловно. Потому что шаманы, с ними связано не только целительство, не только нахождение предметов, не только охота, фигуры подобных чему-то, что мы называем шаманами, мы смотрим на древнейших наскальных пещерных живописях. Но шаманы – это хранители традиции. Шаманы – это создатели истории. Шаманы – это творцы мифов, безусловно. И знания об устройстве мира они получали из своего рода путешествий. Очень важно отметить также то, что в шаманской вселенной, в мире духов, шаманы одновременно не только хорошо ориентировались там, и они были, можно сказать, выбраны племенем для того, чтобы путешествовать в эти расширенные внутренние территории, для того, чтобы помогать, поддерживать свои свое племя, свой род, помогать им выживать в сложном мире. 50-70 тысяч лет
до нашей эры, ну, люди поняли необходимость, причем практическую да. необходимость расширенного сознания. Расширенного да. знания. Потому что прежде чем идти на охоту, они рисовали на скале, как они убивают это животное. Безусловно. Расширенное знание внутренней территории. И это животное тем самым как бы до него эта энергия доходила, и оно соглашалось на то, чтобы вот его убили. Совершенно вот, верно. Как в «Аватаре», кстати. В шаманском космосе находились, ну, например, можно было найти потерянное домашнее животное, и потом найти его в реальном мире. Сразиться с духами, которые наслали болезнь, и человек в реальном мире исцелялся. И вот это качество путешествия в внутренний шаманский мир, в мир духов, и качество жизни в реальном мире, твердого стояния на ногах, чрезвычайно важно для реализованного совершенного шамана. То есть шаман, классическое определение, это канатоходец между двумя мирами. Замечательное определение, да. Володя, а вот если говорить о мифах, ведь при всем их многообразии, и я хотел бы, кстати, упомянуть еще Джеймса Фрейзера, которого я когда-то с огромным удовольствием прочитал. «Золотая ветвь», «Собрание мифов». Причем это не полное, конечно, собрание мифов, потому что в этом смысле гораздо дальше пошел Джозеф Кэмпбелл. И при всем их многообразии, ну, скажем, вот в «Золотой ветви» там все так или иначе сходится во всех культах, во всех древних мифах, все сводится к этому волшебному лесу, к золотой ветви, которую жрецы... Чудо, да? Да, они снимают с ветвей этого огромного дерева. Молодильные яблоки, да. Там, или ну, золотая да, ветвь. Да, да. Но в основе, как вот писал Джеймс Фрейзер, все сводилось... Лес. Противостояние деревни, селения и леса. Да, чаще культуры. Да. Но вот в основе лежал страх перед покойниками. Не перед смертью, как вот таким глобальным явлением, а перед покойниками. И всеми как бы вот архетипами, которые с этим связаны. И я даже вот подумал, когда перечитывал Фрейзера, о том, что не случайно, скажем, вот ну вот легенды о вампирах, например, да, о зомби. И в современном, там, скажем, ну вот, особенно в американском кино, ну просто это дурной тон, если в фильме нет вампира или зомби, если, ну, речь идет о каких-то вот мистических фильмах, триллерах мистических. Да. И это все, безусловно, идет вот оттуда, из этих глубин, из этих архетипов. Безусловно, да. А вот если говорить о Кэмпбелле, «Темный лес», я немножко вот чуть-чуть дорожку ассоциациями Кэмпбелла выставлю. «Темный лес, полный сказок и чудес». Да? Это указание на то, что тайны души можно найти только в глубине, только за пределами города. Необходимо отправиться в путешествие. Это изначальная структура героического путешествия, которую открыл, конечно, Джозеф Кэмпбелл. Знаете, кто настоящий реформатор Голливуда? Два человека. Первый – это великий актер и режиссер Михаил Чехов, который метод Чехова знаменитый, как противостояние методу Станиславского, который эмигрировал и воспитал всю голливудскую школу актеров. Да, кстати, он был учителем у Мэрилин Монро, например. Да, да, совершенно верно. И второй реформатор Голливуда – это Джозеф Кэмпбелл, которого поклонялся идеям, которого изучал и книги «Маски Бога», четырехтомное изложение мировой мифологии, и великое иллюстрированное, пятитомное, незаконченное исторический атлас мировой мифологии, как живут и умирают, как развиваются мифы. И, конечно же, шедевр Кэмпбелла, его первую всеобъемлющую книгу «Герой с тысячу лицами», где он разглядел за покровом многообразных мифов и историй всех традиций и всех времен одну общую историю. Историю вот о это? Нас с вами, как оказалось. Что это за история вот тысячеликого героя? Историю о герое, который имеет тысячу ликов, тысячу проявлений, но, тем не менее, суть одна, общая структура. Это история о человеке, который покинул
родину. Это история о человеке, Одиссей, который исследовал своему зову. Это история о человеке, который приобрел великого учителя, великие способности для того, чтобы сражаться с великими чудовищами, но это символизирующими. Человек, обязательно не сходит в ад, да? Драконами, там, конечно. Если не в ад, то, по крайней мере... Вот во-первых, это человек, который переступает порог. Да, и переплывает не спрашивает разрешения у хранителя порога, потому что хранитель порога хранит порог и не пускает. Ему нужно сразиться с хранителем порога для того, чтобы отправиться по ту сторону. И вот он покидает знакомый мир и оказывается в неизвестном. И неизвестный может быть адом, как у Данте в «Божественной комедии», и раем. И, по сути дела, «Божественная комедия» — это территория внутренней души, описание внутреннего космоса. И Вергилий странствует и описывает нам, как кругам, устроен, да, конечно, по девяти кругам ада. И точно так же любой герой, покинув пределы известного, оказывается в неизвестном и проходит испытание, потому что только проходя испытание, он может проявить свою силу. И Джозеф Кэмпбелл открыл как раз вот не только структуру и суть мировой мифологии, но самое главное, он показал, доказал, что мифы живы. Мы, сила мифа живет в нас, и в ключевые ситуации нашей жизни мы следуем великим направляющим образцам прошлого, траекториям. И только здесь мы получаем силу. Но в этом есть и опасность, потому что если мы не знаем того, как работают в нас мифы, то мы становимся жертвой массовой культуры. И посмотрев, например, фильм «Голубой гром» или «Звездные войны», дети тащат родителей в магазин для того, чтобы купить игрушку с магистром джедаев, да, Йода, например, да, 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 или приобрести, ну, если у тебя есть деньги, ты можешь купить, посмотрев Бонда, новейший Астон Мартин там, или BMW, и через этот акт символического единения, приобретения предметов в свою собственность, стать отчасти в каком-то внутреннем измерении героем. И этот механизм... Похожим на Джеймса Бонда этот или... механизм использует массовая культура и реклама. Потому что мы знаем, что звезды становятся первыми лицами в домах моды, да, и они рекламируют затем предметы, и покупая это, мы отчасти становимся едины со своими героями. И подобным образом нас заставляет покупать в поисках неведомого совершенства абсолютно ненужные нам вещи, предметы, продукты. Все это делается во имя и во славу нас самих героев. Поэтому, если мы не знаем миф, то тогда, используя силу мифа, нас будут эксплуатировать и заставлять думать, принимать решения. Нам будут показывать и продавать реальность. И вот я хотел добавить, что Джордж Лукас, когда он снимал «Звездные войны», будучи уже горячим поклонником Джозефа Кэмпбелла, он пригласил Джозефа Кэмпбелла жить в его ранчо. Джозеф Кэмпбелл жил и общался с ним каждый день во время создания этой саги. И законы кинематографические, драматургия «Звездных войн» и их небывалый успех, конечно же, связан с тем, что впервые в этом голливудском творении вовсю использовалась сила мифа. И там есть все приметы вот этого абсолютно путешествия героя. Абсолютно, да. И выход как бы вот в космос, на другие территории, да, планеты, там и все-все-все. В первых «Звездных войнах» Люк Скайуокер. И конфликт с отцом, да, кстати. С отцом. Да, да. И встреча его с его учителем силы, да, великим джедаем, который использует силу, да, джедая, да, используя, да, обучение контакту с внутренней энергией. Там, ну да, вот там уж точно парапсихология, которую Юнг еще писал. Да, совершенно верно. И вот очень важно, что вот первая масштабная картография, картография Грофа, это трансперсональная картография. Это картография, которая показала нам, что единственная разница между мною, вами, и, вернее, нами и Буддой, нами и Христом, нами и Эйнштейном, ну, единственная, я имею в виду, принципиальная разница стоит в том, что эти великие люди жили в мире без ограничений. И их учение является путем, который ведет человечество к этому миру жизни без ограничений. А мы все-таки живем в мире ограничений, будучи пленниками своего воспитания, времени, двигаясь, и наше развитие – это познание наших ограниченностей в этой внутренней территории. Ну и нельзя просто,
Ну, вот, можно, конечно, и хорошо просто читать ребенку сказки или самому читать сюжеты или смотреть их на картинах великих художников или в кино. Но хорошо бы вообще понимать, про что это все, да? Безусловно. Кстати, великий сказочник Джанни Родари, «Приключения Чиполлино», написал другую замечательную книжку, которая называется «Грамматика фантазии», где он, или «Искусство под заголовок рассказывать историю», где он поощряет современных людей, мам и пап, прыгать в мир сказки. Я использовал рецепт Джона Родари для того, чтобы сочинять каждый вечер сказки своему Джанни ребенку. Родари. Джанни Родари, да. Своему ребенку. И у меня там Баба Яга на вертолете там, вместе с Кощеем Бессмертным там, совершала космические путешествия, скажем там. И джедаи там, путешествовали в мире русских народных сказок на ковре-самолете там, и сером волке. Но все-таки они на звездолете, да, в космос летали? Или это был такой особый какой-то знаете, там, вертолет? Да, можно не ограничиться вообще в мире фантазии ничем совершенно. Да, и чем меньше ограничений, тем лучше. И, только не в опасную сторону, потому что ведь иногда у человека бывают очень порочные фантазии. Безусловно, да. Которые тоже базируются на архетипах. Ведь на самом деле вот у архетипа ведь нет полярности такой, хороший или плохой, да? Знаете, архетип задает направление. Полярность возникает в конкретизации, в сфере человеческой, в сфере нашей жизни, в сфере этоса, этики, правил жизни, то есть времени и места. Володь, а вот бывают, могут быть мифы или сказки, вот народные предания, притчи злые, которые ориентируют вот человеческое сознание на зло. Я имею в виду не мифы о зле, а я имею в виду, есть ли мифы и сказки, то есть я к чему веду, да, что вот это вообще архетипы, заложенные в человека, и которые выражаются вот в мифах, сказках, легендах, они вот на самом деле практически все, и может быть без исключения, они все-таки человека толкают к добру и к свету, а не к совершению, скажем, ну каких-то злонамеренных поступков. Безусловно. Может быть, вот в сатанизме есть свои какие-то мифы и легенды, которые обучают человека вот, ну, быть поклонниками зла и тем самым как бы вот удовлетворять какие-то свои вот глубокие внутренние намерения. Открытие бесконечности внутренней территории не означает пропуск во вседозволенность. Дон Хуан, давая Кастанеде знания об устройстве внутренней территории, Нагваль. Да. И нашего Нагваль, мира да. это тональ. Наш да. мир это тональ. Нагваль это устройство внутренней территории. Говорил всегда о том, что только имея совершенный тональ, то есть этос, знание жизни, связь с людьми, можно безопасно путешествовать в Нагвале. Да. И он говорил о том, что для воина есть единственный ориентир – путь сердца. Да? Мы помним. Да, если да. ты забыл путь сердца, то ты пропал. Слушай свое сердце. Конечно, да. И поэтому, наверное, вот нечто подобное мы можем найти во всех мировых духовных традициях. Вот подобного рода ориентир. Володь, вот я хотел бы, чтобы вы как раз затронули эту тему, вот таких стержневых мифов, сюжетов, сказок, на которых, собственно говоря, вот, ну, обучается человек, который вот, приходит в этот мир, и вот благодаря сказкам, мифам, притчам, он обучается жизни, да, искусству жизни, и он постигает вот эти самые как бы, вот, основы психологии. Ну, для нас, для счастливых россиян, у нас есть такое сокровище, как русские мультфильмы, конечно. Я считаю, что русским мультфильмам нет равных в мире. Мультипликация с конца 50-х, ну, с 50-х годов, которая у нас развивалась, конечно, создала потрясающие шедевры. И мультфильмы, что это такое? Это способ жизни в мире, в который мы, как люди, не можем себя поместить. Мир мультфильмов – это мир маленького народства, мир детства, мир сказочных других измерений. То есть мультфильмы – это руководство по
жизни в темном лесе, то есть по внутренней территории и по тем ключевым событиям, которые могут там произойти, и как вести себя в ключевых ситуациях. И происходящее у нас вот на внутреннем экране, это тоже может как некоторая настройка на вселенский логос, на Акашу-хронику, на космическое поле сознания, которое, так сказать, мы воспринимаем, и это происходящее является содержанием фильма под названием «Моя жизнь», который мы все снимаем. То есть вообще-то, ну, если бы вот постигать азы такой мифологической духовности, то нужно обязательно там ребенку показать, читать сказки, показать вот серию русских мультфильмов. Безусловно. Вместе с ними фантазировать и жить в этих мирах, учиться переосмысливать, сочинять и совершать как бы любые варианты. Да, этих и, сказок, насколько миф, я понимаю, ведь какое творческое мифы живое отношение. И сказки могут быть могут быть лекарством. Ведь не случайно развита вот в современных методиках сказкотерапия. Вот эта целительная сила сказок, мифов. А в чем она состоит, вот с вашей точки зрения? Я становлюсь сказочным героем. Я нахожу ответ. Совмещается внешний мир и внутренний мир. Только в глубине, только занырнув глубоко внутрь, я нахожу ресурсы, и я обретаю видение, необходимое мне для того, чтобы увидеть мою собственную ситуацию. Потому что означает открытие нашей внутренней территории. Да, и вот этого внутреннего героя ты находишь в себе и понимаешь, конечно, что ты зашел не туда, например, да? Да, совершенно верно. Что ты не прислушался к тому, что вот пойдешь налево, там, коня потеряешь, пойдешь направо, там, и так далее, да, и ты пошел вот не туда. И очень важно также... В своей вот, практической ситуации. Совершенно верно. Очень важно различать также, что существует не только мифическое путешествие, кэмпбелловское путешествие, но существует еще два других видов путешествия, которые не были описаны Джозефом Кэмпбеллом. Много лет занимаясь путешествием героя и даже проводя какие-то процессы, семинары на своих психологических тренингах на эту тему, я понял, что наряду с существованием мифического измерения в нашей внутренней территории или в нашей душе существует два других измерения или две других территории, не сводимых к мифическому измерению. Интересно, какие? А именно экзистенциальное измерение и духовное или трансперсональное измерение. Да. Обретение лица – это мифическое путешествие. Я становлюсь королем, то есть, да, я выделяюсь из толпы. А две другие? Но тогда я сталкиваюсь со смертью, как Будда узнал о смерти, и он начал свое путешествие. И поэтому следующее путешествие называется экзистенциальным путешествием. Я узнаю, что я конечен. Я узнаю, что и я смертен. Я узнаю, что я должен делать выбор. Это все координаты. Я должен принимать ответственность за то, что я из бесконечного поля возможностей выбираю что-то одно. И так всю жизнь. Как только мы приобретаем знание смерти, мы сразу же встаем перед... Мы сразу же оказываемся в экзистенциальном измерении, измерении выбора. И совершаем свое экзистенциальное путешествие, суть которого в том, чтобы стать целым. И если использовать какие-то известные аналоги, то это прежде всего юнговское учение о приобретении целостности и зрелости акме. Ну и здесь, конечно, и да, Станислав Гроф. Это другое, это трансперсональное. У Грофа есть, да, юнговские и фрейдовские измерения, но Гроф прежде всего это, конечно, трансперсональное путешествие. И там свои карты. Карты, которые связаны с открытиями Грофа и связаны с картами подвижников, описаниями, житиями святых, искушениями святого Антония, жизнью Христа и Мухаммеда. Владимир, я прошу прощения, очень жалко вас прерывать, но, к сожалению, наше время истекло, и я думаю, что в следующей беседе или следующих беседах мы с вами продолжим эти увлекательные исследования, которые вот рождаются у меня на глазах, и я вот открываю для себя много нового, и поэтому вот на той ноте, которая, мне кажется, можно сформулировать так, что... Если ты хочешь познать себя, то ты должен быть интегрирован в контекст современного, и не только современного, конечно, мирового искусства,
современного кинематографа и, конечно же, психологии, которая изучает и дает нам представление, открывает нам глаза, что же составляет нашу душу, какая картография, какие загадки, какие тайны, какие мистические явления заложены в нашей душе, и как нам, благодаря этому знанию, правильно совершать свое единственное неповторимое путешествие в эту жизнь, которая нам дана свыше. Да. Вот. И я хочу на этом поблагодарить вас за очень интересную беседу и попрощаться с нашей аудиторией. До новых встреч с Владимиром Майковым. Удачных вам мистических путешествий во внутреннюю территорию.